Раз вітаю всіх на сьогоднішньому вебінарі. Хочу подякувати всім, хто долучився до сьогоднішнього вебінару, нашим партнерам, спонсорам студії. Вітаю вас. Прошу вам слово. Добрий день, шановні слухачі. Чути мене добре? Так, вас чути чудово. Добрий день. Я хочу привітати всіх і нагадати, що наш інститут педіатрії, акушерства і гінекології, який започаткував серію таких вебінарів, вже очередний раз проводить завдяки компанії сьогодні наш спонсор Janssen. Да. Тому я хочу подякувати нашим партнерам. Без їх участі неможливо було б проводити ці вебінари. Сьогодні незвичайна така назва вебінару, але вона дуже важлива для лікарів, я б сказав, усіх спеціальностей, хто займається медициною дитинства. Млява дитина. Тобто я думаю, що кожен анатолог, кожен педіатр зустрічається з таким станом у дітей. І не зарази можна порозуміти, чим це викликано. От я згадую перші роки життя дитини. Дійсно, є діти, які от мляві, такі, як кажуть, знаєте, неактивні, от такі от вони, як ганчірочка такі м'які, да? Інколи педіатри думають, це може початкова стадія рахіту, може бути. Якщо фосфоропінічний варіант рахіту, то дійсно там так, притаманні такі симптоми у дитини. Але треба пам'ятати і знати, і сьогодні ви озброїтеся новими знаннями, що млява дитина – це один із проявів орфанних захворювань, а саме орфанних захворювань, які займають питому вагу серед нервових захворювань. І тому, прослухавши сьогодні наших провідних неврологів про цей симптом, я думаю, це буде корисно для вашої подальшої повсякденної практики. Тому я всіх вітаю і хочу передати провідному вченому, провідному неврологу дитячому нашої країни, професору Кирилловій Людмилі Григорівні. Будь ласка. Уважаемые коллеги, добрый день. Это уже наш третий вебинар. Мы с удовольствием ждем, что у нас уже будет трансляция не только онлайн, но и офлайн. Надеемся, что в ближайшем будущем мы будем смотреть не на монитор компьютера, а друг другу в глаза. Если вы видите, в заглавии там написано «О практике дитячего невролога», но я хочу сказать, что впервые с ребенком вялым, млявым, встречается не невролог, а встречается неонатолог, встречается педиатр. И потому мы так построили наше выступление, что у меня как бы такой вот вводная такая вот лекция, а в последующем будут наши неонатологи, профессор Знаменская, профессор Воробьева, будут рассказывать о вялом ребенке, с которым они встречаются в периоде новорожденности. Дальше вы знаете по программе, что у нас будет профессор из Словении. С нетерпением ждем его выступления, потому что это будет опыт применения препарата спинразы в практике детей, страдающих спинальной амиотрофией. Ну и, конечно, будет наш старший научный сотрудник, митохондриальное заболевание, потому что у многих детей в периоде новорожденности очень трудно дифференцировать, что это такое, лишь только где-то к концу первого года мы понимаем, что это может быть митохондриальное заболевание. К большому сожалению, часто они бывают прогрессирующими. Я хочу сказать, что все неврологи читали первую переводную книгу нашу «Детская неврология» академика Левона Аганесовича Бадаляна. И вот вялый ребенок, флоппи бэйби, тогда был назван по имени одного из ученых как синдром вялого ребенка – это миотония Оппенгейма. Тогда, в ту пору, это почти 50 лет назад, мы даже не понимали, что это такое. Вот. Если это не спинальная мышечная атрофия,
так это непонятно что. И тогда писали вот такой диагноз — миотония Оппенгейма. Сейчас этого диагноза нет, а есть просто ребенок с синдромом вялого, ребенка. Значит, и изначально, вы когда сталкиваетесь с таким ребенком, я бы хотела показать вот некоторые такие вот картинки. Видите, новорожденный ребенок, который не удерживает голову. Но когда вы поднимаете его за руки, все равно ребенок поднимает немного голову, и нет вот этого проваливания такого. То есть мышцы затылочные совершенно не удерживают голову, и ребенок даже не пытается ее поднять. Хотя защитный такой рефлекс у новорожденного ребенка уже есть. И если вы положите на ладонь такого ребенка, видите, как кукла, он прогибается и тоже голову абсолютно не поднимает. И поза у таких детей, чаще всего мы говорим, что поза лягушки, развернутые бедра в тазобедренных суставах. А теперь вернемся к тому, что чаще всего снижение мышечного тонуса, если это органическая патология, наблюдается уже у новорожденных детей. И это уже видно с нарушением его позы. Дальше это задержка темпов развития, нарушение объема пассивных активных движений, нарушение глотания, слабый крик и еще много других симптомов, о которых мы не будем сейчас говорить. Чаще всего, какова же причина? Вот Юрий Геннадьевич, директор, сказал, что это может быть даже врожденный рахит, так как его тема и кандидатской, и докторской диссертации. Вообще наш институт много лет занимался и занимается проблемами рахита. И мы видели таких детей, консультировали, что вот рождаются с такой мышечной гипотонией. Но у невролога это несколько другие причины. И первая из них – это поражение головного мозга. Это даже может быть атоническая форма церебрального паралича. Вначале это слабость мышечная, потом слабость переходит в гипертонус. И поражение передних рогов спинного мозга – это спинальная мышечная миотрофия, то есть СМА, о которой мы сегодня и будем говорить. Еще мы будем говорить о других причинах, как я сказала. Это наши неонатологи, думаю, что не очень подробно расскажут, на что нужно обращать внимание. Это заболевания, связанные с нарушением обмена веществ, это связанные с метаболическими нарушениями. И, безусловно, это нервно-мышечные синдромы, которые связаны с митохондриальной патологией. Я хочу ваше обратить внимание на то, что вот если вы посмотрите ребенка и сразу вот обратите внимание на то, что ребенок лежит поза лягушки. Это уже о многом говорит. И еще это наш личный симптом, который мы еще нигде не описывали, но собираемся описать. Потому что мы говорим, что при том, что есть мышечная гипотония, так и при этом еще есть такая тестовидная консистенция мышц. И это очень характерно для митохондриальных заболеваний. Мне бы хотелось, чтобы вот вы на это обратили внимание. А я на этом акцентирую внимание, что кроме мышечной гипотонии есть такая тестовидная консистенция мышц. Обратите внимание, вот при мышечной выраженной гипотонии наблюдается такой симптом шарфа. То есть если вы берете ручку ребенка, она просто как будто бы обвивает шею очень-очень легко. Или же вот симптом пяточных стоп, то есть вы стопочку изгибаете вверх, в обратную сторону, и видите, что ее можно практически вывернуть так, что она может достать бедро. И вот сегодня мы будем говорить о той патологии, которая
относится к Арфану, но с каждым годом частота ее увеличивается. Трудно сказать, то ли это за счет того, что мы уже умеем очень рано диагностировать эту патологию. Раньше такие детки часто погибали, умирали на первом году жизни, даже умирали до диагностики этого заболевания. А сегодня, я думаю, что уже бдительность доктора, настороженность доктора находится на том уровне, что когда мы видим вялого ребенка такого, прежде всего мы должны, кроме всех остальных дополнительных обследований, направить на генетическое тестирование и исключить СМА. Почему это очень важно в первые месяцы? Потому что вы дальше услышите, что это связано с тем, что на сегодняшний день есть препараты, мы сегодня, правда, будем говорить об одном из них, которые могут спасти ребенка от тяжелой инвалидности, которые могут спасти ребенка от летальности на первом-втором году жизни. И в некоторых случаях, если очень рано начать лечение, дети практически могут быть здоровыми. Вы понимаете, насколько это важно? Потому что есть патология в неврологии, когда что бы мы ни делали, как бы мы ни старались, однако мы не можем вернуть каскад патологических изменений, и, к большому сожалению, мы знаем, чем это заканчивается в детской неврологии. Я не буду рассказывать о спинальной мышечной атрофии. Вы все знаете на сегодняшний день, вы осведомлены, и доктор, который будет из Словении, профессор, рассказывать, я думаю, что он, безусловно, на клинических таких доминирующих симптомах остановится. Я бы хотела только вот обратить ваше внимание на то, что в Украине уже залицензирован препарат Нусирсен, который лишь только в 2016 году был выпущен и зарегистрирован как препарат, первый орфанный препарат для лечения СМА. Эффективность спинразы была продемонстрирована во многих клинических исследованиях, и наши дети, вот Илона Борисовна Харманская и ее коллега, будут рассказывать о первом случае наблюдения ребенка, очень интересного, я считаю, на сегодняшний день сообщения, когда ребенка увезли на ИВЛ, а сейчас ребенок 10 месяцев находится, сидит в коляске, двигает ручками и ножками. И для родителей, конечно, это очень важно. И для ребенка тоже, потому что мы ему продлеваем жизнь и будем надеяться, что вслед за этими препаратами будут еще произведены другие препараты, которые не только смогут приостановить процесс, но и смогут повлиять на прогрессирующие дегенеративные процессы, которые происходят в организме ребенка. Вот у нас в газете «Здоровье ребенка» совсем недавно вышла статья «Синдром диффузной мышечной гипотонии у детей, проблемы дифференциальной диагностики, перспективы лечения». Если у вас будет желание, пожалуйста, почитайте. Нам кажется, что статья довольно интересная. Портрет вы видите мой, но здесь коллектив авторов. Я не знаю, в следующий раз мы будем портреты всех наших сотрудников, которые принимают участие у нас и в диагностике, и в лечении. И дальше хотелось бы сказать, что прежде всего это, безусловно, связано с поломкой, что происходит вот заболевание СМА, это связано с генетическими мутациями. Эти генетические мутации вызывают спектр, очень широкий спектр расстройств со значительно вариабельным фенотипом. И потому дети бывают от легкой степени поражения мотонейронов и следствия мышечная патология, гипотония, и более легкие. И, конечно, нам бы хотелось, чтобы буквально с первого, второго, третьего месяца жизни
мы могли поставить диагноз и успешно лечить таких детей. Чем раньше мы начнем лечение, тем большего мы можем достичь результата. Я не могу назвать это свою вступительную такую часть лекции, потому что дальше очень подробно, я говорила, будет наша профессор или Знаменская Татьяна Константиновна, или профессор Воробьева рассказывать о вялом ребенке, который встречается в периоде новорожденности. И по программе вы увидите, как дальше будут наши спикеры принимать участие. Мне бы только очень хотелось, чтобы у нас была живая конференция, чтобы вы задавали вопросы. И потому на основании ваших вопросов, на основании ваших выступлений мы строим следующие вебинары, следующие. И вот, пожалуйста, кроме вопросов, могут быть пожелания, что бы вы хотели услышать в следующем вебинаре. Мы предполагаем, что это будут митохондриальные энцефалопатии, что это будут тяжелые генетические эпилептические энцефалопатии, и что это в следующем, в конце апреля. И потому бы очень хотелось вот ваше мнение, что бы вы хотели еще через раз и через раз уж слышать. Я хочу вам сказать, что мы обязательно хотим провести такой стационар, что вот ошибки наши, мы начнем с наших ошибок. Потому что доктор, он всегда имеет право на ошибку. Доктор не имеет права на ошибку, но доктор всегда ошибается. И хотелось бы так, чтобы вот на наших ошибках учились неврологи всей Украины и больше такого вот один раз увидели, услышали и не повторялись. Потому я говорю, мы начнем именно с ошибок нашей клиники. И еще в анонсе я хочу сказать, каждый раз я об этом буду говорить, что у нас 20-21 октября этого года должен состояться третий национальный конгресс. Я думаю, что даст Бог, он состоится в режиме офлайн. Мы его предполагаем провести в отеле «Интерконтиненталь». Вход туда будет только по пропуску. Поэтому мы заранее просим вас обращаться к нашим сайтам и заранее регистрироваться. Я хочу вначале также сказать, но я думаю, что потом и в конце у меня будет такая возможность, что наши конференции проходят благодаря поддержке наших партнеров. Это фирма «Ремон», особенно ее руководитель – это Наталья Пряникова и, конечно, ее команда. Команда, которой мы вполне доверяем, которая нас не подводит. И, безусловно, фирмы. Без них мы тоже не могли бы ни один доклад сделать, не могли бы пригласить спикеров наших. Это на данном вебинаре это фирма «Янсен». Так что мы их благодарим, и я думаю, что еще и спикеры могут об этом говорить. И в заключительном нашем слове мы еще тоже к этому вернемся. Спасибо большое. Следующий доклад, я сказала, что это будет нарушение мышечного тонуса у детей с болезнями обмена. И представлен будет, я могу сказать, что это правая рука профессора Знаменской, которая очень много делает и в отделении, и вне отделения, Ольга Владимировна Воробьева. Спасибо вам большое за представление такое теплое. И меня слышно? Да, вас хорошо слышно. Спасибо большое. И с удовольствием я хотела бы поприветствовать всех участников вебинара и поблагодарить Людмилу Григорьевну за то, что она пригласила нас, неонатологов, на такое замечательное мероприятие.
очень важное для всех докторов, не только неврологов, но и педиатрам очень важна эта тема. И хочется поделиться немного своим опытом. Возможно, наши практические наработки помогут коллегам в ежедневной практической деятельности. Наше сегодняшнее выступление посвящено диагностике наследственных болезней обмена веществ именно в неонатальном периоде. Этот доклад должна была читать Татьяна Константиновна Знаменская, но так сложились обстоятельства, что ее срочно вызвали в Министерство охраны здоровья. На совещании она нас покинула буквально 5 минут назад, поэтому, если вы не будете возражать, эту тему представлю я. Итак, мы все с вами знаем, что существуют наследственные болезни обмена веществ, или как мы называем метаболические нарушения. Это группа орфанных заболеваний, которые возникают вследствие генетических дефектов ферментов и именно тех ферментов, которые обеспечивают метаболизм всех жизненно важных компонентов, это аминокислот, углеводов, органических жирных кислот. И во всем мире проводится раннее выявление этих дефектов, так называемый расширенный неонатальный скрининг. На сегодняшний день известно более 8000 нозологий, которые в основе имеют дефект именно ферментных систем. И большинство, как мы все с вами знаем, орфанных заболеваний диагностируют в раннем возрасте. Чем раньше это происходит, тем более благоприятное течение и сохранная жизнь, и качество жизни таких детей. Если посмотреть статистику, то в 35% случаев при неустановленном правильном клиническом диагнозе дети, к сожалению, погибают в течение года, в 10% до 5 лет и в 12% от 5 до 15 лет. То есть это те заболевания, которые должны заместительно коррегироваться, и только в этом случае есть возможность сохранения качества жизни. Почему, собственно, мы говорим об этих проблемах? У нас в структуре причин смертности детей в возрасте до года есть определенные категории, под которыми и маскируются проблемы, связанные с орфанными заболеваниями, с отсутствием ранней диагностики этих состояний, с метаболическими нарушениями. Это такие градации, как состояния, которые возникают в перинатальном периоде, неуточненные или неизвестные причины смерти, тот же синдром внезапной смерти у детей, опять-таки может шифроваться и маскироваться непосредственная причина в виде метаболических врожденных нарушений. И мы должны с вами понимать, что влияя именно на качество диагностики и обеспечение медицинской помощи этих детей, мы можем снизить показатели именно в этих смертности детей, именно в этих контингентах и разделах структурной таблицы. Остается в целом уровень врожденных пороков развития в нашей стране достаточно высоким, и несмотря на то, что какая-то тенденция есть к изменениям показателей по младенческой смертности, на сегодняшний день с радостью можно констатировать, что уровень смертности детей до года еще несколько снизился в 2020 году по сравнению с предыдущими годами. Но тем не менее, что касается пороков развития и наследственных заболеваний, динамика отрицательная сохраняется. Если обратить внимание на рейтинг стран мира по уровню смерти младенцев, детей до года, то Украина занимает печальное 61 место, достаточно высокий показатель, это данные 2019 года, и опять-таки качественная диагностика орфанных заболеваний, именно раннее их выявление, может повлиять и на этот статистический показатель и таким образом улучшить ситуацию в стране.
Мы с вами тоже знаем прекрасно, что орфанные заболевания вызывают хронизацию процессов и входят в состав детской инвалидности. В Украине, к сожалению, отсутствуют официальные статистические данные о численности детей с нарушениями развития и риском появления этих нарушений. Но, тем не менее, из тех скудных данных мы можем сказать, что 13-18% детей в первые годы имеют задержку развития и имеют достаточно высокий риск их реализации и возникновения. В Украине более 290 000 детей от 0 до 4 лет могут требовать в любой момент специализированной помощи. И из этого количества детей, около 600 детей, имеют именно признаки наследственных заболеваний обмена веществ. При условии собирательной частотности это где-то соотношение будет составлять 1 на 500. Каков же эффективный инструмент снижения детской смертности? Как на этот показатель можно влиять и как изменить ситуацию с детской инвалидностью? Это расширенный неонатальный скрининг. И расширенный неонатальный скрининг позволяет помогать нам, врачам, именно с клиническим мышлением и с правильным направлением диагностического поиска по вопросам орфанных метаболических заболеваний, а также подбирать методы лечения этих состояний. В Украине проблема неонатального скрининга глубочайшая на сегодняшний день, критическая, можно сказать, чрезвычайно назревший вопрос, который не сдвигается уже на протяжении 20 лет ни в какую сторону, в сторону улучшения, так это точно. И мы с вами знаем, в нашей стране только 4 заболевания диагностируются, причем иммунофлуоресцентным методом, устаревшей технологией, ни о какой тандемной масс-спектрометрии при массовом обследовании новорожденных не идет речи вообще. И в связи с этим каждый вот такой потерянный год уносит жизни наших детей, увеличивая число детей-инвалидов при скромной статистике на 70-180 человек. Это достаточно серьезная цифра, на которую можно влиять, имея на вооружении методику неонатального, расширенного неонатального скрининга. Украина отстает безнадежно от всех стран на 20-25 лет, и вы видите хронологию, так сказать, развития скрининговой программы в Украине, она никак не сдвинулась ни в какую сторону улучшения, только 4 заболевания, это фенилкетонурия, врожденный гипотиреоз, адреногенитальный синдром и муковисцидоз. Еще 10 лет назад в США в рамках региональных программ скрининга выявляли 42 врожденных нарушения обмена веществ, 42 заболевания, в которых входили обследования на аминокислотный обмен, на обмен жирных, органических кислот. В Канаде 28 генетических заболеваний диагностируются, в Польше 29, в Венгрии 15. И каждый год возможности увеличения количества этих заболеваний в странах расширяется. И на сегодняшний день есть страны, где количество нозологий превышает 50. 29 основных и 25 дополнительных заболеваний. Нам очень сложно ориентироваться на эти страны, на их опыт, но мы все-таки не теряем оптимизма и надеемся, что в ближайшее время все-таки что-то поменяется и в нашей стране, благодаря совместным усилиям ассоциации неонатологов, ассоциации неврологов, педиатров, все-таки состоится чудо, свершится чудо, и в нашей стране будет неонатальный скрининг на 31 заболевание. На сегодняшний день хочется вам сообщить, что
активно работает программа усовершенствования диагностики наследственных болезней обмена веществ новорожденных и детей старшего возраста в Украину. Инициатором этой программы была Национальная академия медицинских наук и, в частности, Институт педиатрии, акушерства и гинекологии. И под активным участием Ассоциации неонатологов-педиатров, Ассоциации неврологов, эта программа стартовала в 2019 году. На сегодняшний день достигнуты определенные успехи, с некоторыми из них я вас познакомлю сегодня. Расширенный скрининг проводится в Киеве, в Киевской области, в Донецкой, в Луганской области, и мы постоянно расширяем ореол диагностических исследований, и в состав этих исследований входит 31 врожденное заболевание обмена веществ. Целью этой программы в итоге будет создание единого реестра детей с наследственными болезнями обмена веществ, обеспечение своевременного сопровождения, создание маршрута пациента и лечение детей с метаболическими нарушениями. Мы постепенно двигаемся согласно нашим целям и задачам. Есть определенные уже успехи, и самый интересный такой момент, когда мы стали проводить расширенный скрининг у наших всех новорожденных детей, выяснилось, что наша нация украинская имеет отличия в референтных интервалах по заболеваниям и отличия со странами Евросоюза. То есть в Украине украинская нация имеет свои референтные значения, свои референтные интервалы, формируются уже эти показатели при диагностике орфанных заболеваний. Это очень важный момент, важный такой успех, который обнаружился благодаря реализации этой программы. Что же такое расширенный скрининг новорожденных? Вы знаете, он проводится традиционно на вторые-третьи сутки жизни, проводится забор крови из пятки ребенка у доношенных деток на 7-11 сутки у преждевременно рожденных деток. Забор крови можно проводить в течение 28 суток включительно, и несколько капель крови из пятки наносят на специальную тест-карту с фильтрованной бумаги. Дальше очень важный момент – качественное заполнение кружочков капельками крови. Очень важный момент – правильное высушивание образцов крови и правильная транспортировка. От этого зависит качество и результаты исследований. Процедура не является травматичной для ребенка, выполняется с помощью высокочувствительного и точного метода химического анализа – тандемная масс-спектрометрия. Это на сегодняшний день золотой стандарт методика тандемная масс-спектрометрия, которая позволяет высокоточно определить с высокой эффективностью, с высокой точностью, специфичностью, определить наличие либо отсутствие орфанных метаболических нарушений у ребенка. И весь мир проводит неонатальный скрининг именно этой методикой. Вот мы боремся сейчас за то, чтобы, наконец, в Украине появилась возможность обследовать всех новорожденных детей именно методом тандемной масс-спектрометрии. Что касается сложности диагностического поиска, вы видите вот на данной схеме, которую можно сравнить с токийским метро, схема абсолютно связанная как паутина между собой, все биохимические реакции, батофизиологический механизм, и любая, даже на наш взгляд, незначимая поломка на каком-то из участков обмена веществ может вызывать трагические последствия для ребенка в виде тяжелых нарушений обмена веществ. И вот так выглядит токийское метро, ничем не хуже и ничем не лучше, чем наша биохимическая карта реакций, происходящих в организме при обмене белков, жиров и углеводов.
Позвольте остановиться на общей характеристике метаболических нарушений, буквально несколько слов. Мы с вами прекрасно знаем, что у каждого из нас разная наследственность, и есть разная наследственность заболеваний, которые могут передаваться аутосомно-рецессивным, митохондриальным, доминантным типам, их сцепленным типам. Клинические признаки болезни обмена веществ, они все неспецифичны, и поражают прогрессивно, начинается поражение с одного органа и прогрессивно ухудшается состояние со стороны всех органов и систем. И в этом-то и трагедия, когда идет как снежный ком развитие патологической полиорганной недостаточности. И на этом уровне уже сложно помочь ребенку и стабилизировать его состояние. Бывают варианты бессимптомного течения периода, так называемый светлый промежуток, когда еще нет критического накопления метаболитов, которые накапливаются до поломки, и не так заметны еще дефицит компонентов, компонентов химической реакции ниже уровня поломки, и происходит период такой компенсации. Дальше происходит прогрессирование заболевания при отсутствии лечения в связи с тем, что накапливается с одной стороны недообработанные продукты обмена и формируется глубокий дефицит с другой стороны поломки. И в итоге 70% метаболических нарушений, в общем-то, имеют реализацию еще в периоде новорожденности, в раннем неонатальном периоде, и могут проявляться как катастрофа неонатального периода, когда чрезвычайная манифестация приводит к поражениям всех органов и систем. Так вот, в катастрофы неонатального периода или, так сказать, в картину метаболической декомпенсации, острую картину метаболической декомпенсации могут провоцировать следующие триггеры. Это нагрузки белковой пищи или углеводами, когда мы не знаем, с чем мы имеем дело, и продолжаем традиционно давать ребенку адаптированное питание и таким образом перегружаем белком и углеводами. Эпизоды голодания могут спровоцировать декомпенсацию, низкокалорийность рациона, интеркурентные респираторные либо желудочно-кишечные заболевания, оперативные вмешательства, вакцинация, физическая или психоэмоциональная нагрузка. Поэтому первый месседж для уважаемых коллег. Если у ребенка вы увидите резкое ухудшение состояния и все-таки из этих перечисленных триггеров имели место хотя бы один из перечисленных у конкретного ребенка, стоит задуматься, наверное, и расширить свой диагностический поиск на предмет нарушений, заболеваний, нарушения обмена веществ. Проявление метаболических нарушений в неонатальном периоде, безусловно, имеют под собой какой-то анамнестический предикторы, и в данном случае мы всегда обращаем внимание на течение беременности у женщины. И, конечно, отягощенный акушерско-гинекологический анамнез, семейный анамнез может нам помочь в правильности диагностического поиска, а также отдельные состояния именно в неонатальном периоде могут позволить нам заподозрить метаболические нарушения и в связи с этим начать обследование ребенка. Какие эти состояния? Пролонгированный желтушный синдром, гипербилирубинемия, когда прогрессивно увеличивается непрямой билирубин в сыворотке крови, но при этом все наши традиционные мероприятия не приводят к успеху. Перинатальная гипоксическая ишемическая энцефалопатия, нарушение толерантности к энтеральному питанию. Если у ребенка есть диагностированные врожденные пороки развития желудочно-кишечного тракта, почек, признаки сердечной недостаточности, дыхательные нарушения,
повышение, неонатальный сепсис. Все эти состояния могут маскировать или могут быть следствием именно нарушения обмена веществ. И не стоит суживать свой диагностический поиск, минуя проблему метаболических врожденных нарушений. То есть настороженность она должна быть, и бдительность с нашей стороны терять нельзя. Что касается отягощенного акушерско-гинекологического и синемийного анамнеза, я остановлюсь на самых ключевых моментах. Это, конечно же, близкородственный брак, это, конечно же, факты перинатальных, пренатальных потерь в семье, то есть как перинатальные, так и пренатальные потери. Очень важный момент. Наличие у одного из супругов наследственной патологии, хромосомной перестройки, либо врожденных пороков развития. Наличие у женщин фенилкетонурии, муковисцидоза, либо других наследственных заболеваний. Следующий этап анализа течения беременности – это наличие фактов в течение беременности, клинических проявлений, таких как неукротимая рвота, увеличение печени, повышение активности трансаминаз у женщины, гипербилирубинемия, жировая дистрофия, HELLP-синдром, угроза прерывания с раннего срока и не поддающейся терапии, многоводие, маловодие, задержка внутриутробного развития плода, развитие неиммунной водянки, гепатолиенальный синдром, асцит плода. То есть, по большому счету, все эти проявления и отклонения от физиологического течения беременности могут быть при любых других заболеваниях и состояниях. В этом-то и сложность диагностики орфанных заболеваний, неспецифичность картины течения как беременности у женщины, так и течения неонатального периода у детей. Теперь поближе к детям, да, дифференциальная диагностика. Остановимся на таком важном клиническом заболевании, состоянии, как неонатальная желтуха. Мы с вами знаем, что существует физиологическая желтуха, она должна быть кратковременной, до 7 дней у доношенного ребенка, до 14 дней у доношенного ребенка, до 21 дня у недоношенного ребенка, и, в общем-то, все хорошо, самостоятельно она уходит, ребенок при этом активный, и никаких признаков болезни нет. А вот если все-таки гипербилирубинемия прогрессивно усиливается, нарастает симптоматика в виде гепатомегалии, появляется анемия, желтушность приобретает зеленоватый оттенок, либо серый колорит, в этом случае мы должны провести дифференциальную диагностику, которая идет по двум направлениям, не метаболические и метаболические. Так вот, к неметаболическим причинам может быть просто затянувшая желтуха, пролонгированная, так называемая, может быть гемолитическая болезнь вызывать эти состояния, может быть физиологическая желтуха, связанная с морфофункциональной незрелостью и недоношенностью, а также вследствие неонатального сепсиса, когда мы сталкиваемся непосредственно с гепатитом. И метаболические причины могут вызывать это состояние у ребенка новорожденного: галактоземия, тирозинемия, аргининсукцинатная ацидемия, врожденный гипотиреоз, а также дефицит длинноцепочечной гидроксилацилкоэнзим-дегидрогеназы. Эти все состояния могут быть именно проявляться именно пролонгированной затяжной желтухой. Следующий симптом – это нарушение толерантности к энтеральному питанию. Обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, здоровый ребенок должен полноценно усваивать объем пищи,
прибавлять в массе тела. Если этого не происходит, а есть симптомы функциональных расстройств, есть так называемый синдром срыгивания и рвоты, либо есть диарея, синдром малабсорбции, нарушение набора массы тела, следует обратить внимание на этого ребенка и усилить диагностический поиск, поскольку причиной этих проявлений могут быть не метаболические состояния, такие как некротизирующий энтероколит, тот же сепсис, какие-то врожденные пороки желудочно-кишечного тракта, так называемые невидимые пороки, и метаболические причины. Достаточно большой перечень заболеваний имеет такое проявление. Это болезни с запахом кленового сиропа, глютаровая цидурия, изовалериановая цидемия, метилмалоновая цидурия, пропионовая цидурия, адреногенитальный синдром и муковисцидоз. Следующий критерий и симптом, который должен насторожить педиатра при общении с новорожденным ребенком, с признаки сердечной недостаточности. Сердечная недостаточность многолика у новорожденных детей. Она может проявляться как сердечными аритмиями, тахи, брадиаритмия, может проявляться кардиомиопатией, расширением сердца, увеличением размеров сердца, электролитными нарушениями. И это состояние возникает вследствие неметаболических причин. Дистресс плода, отслойка плаценты при рождении, асфиксия, родовые травмы, преждевременно рожденные дети. А вот метаболические причины достаточно серьезны и связаны преимущественно с нарушением окисления жирных кислот, а также пропионовая ацидурия опять-таки может проявляться и дебютировать в неонатальном периоде именно сердечной недостаточностью. Следующий немаловажный клинический признак и состояние заболевания – это гипоксическая ишемическая энцефалопатия, которая имеет нарушение со стороны центральной нервной системы в виде чрезмерной активности либо нарушения чрезмерной неактивности. Да? То, о чем посвящен сегодняшний ваш вебинар. То есть речь идет о нарушении мышечного тонуса и нарушении двигательной и снижении двигательной активности. Но проявляется энцефалопатия другими компонентами. Это полицитемия, гипергликемия, гиповолемия, гипотония и синдром двигательных нарушений. Из неметаболических причин может быть, опять-таки, неспецифичные заболевания – это дистресс плода, отслойка плаценты, асфиксия, тяжелые роды, преждевременные роды. А вот метаболические причины, опять-таки, достаточно серьезный и длинный спектр заболеваний, которые имеют в своем дебюте именно проявление гипоксической ишемической энцефалопатии. Опять-таки, это заболевание будет прогрессивно ухудшаться, и состояние ребенка будет прогрессивно меняться в худшую сторону. Вялый гипотонический ребенок – это тот ребенок, который плохо реагирует на клинический осмотр, у которого действительно поза лягушки, снижение мышечного тонуса, снижение активных движений, пассивных движений. То есть это проявления, которые всегда настораживают при осмотре ребенка, и в состав перечня для диагностического поиска мы должны вспомнить об орфанных заболеваниях и о заболеваниях, и о нарушениях, врожденных нарушениях обмена веществ. Мышечные лабораторные исследования позволят сориентироваться и правильно выбрать тактику ведения этого ребенка. И изолированная мышечная гипотония наиболее часто встречается при первичных нейромышечных заболеваниях или синдроме Прадера-Вилли. Каковы же ключевые диагностические тесты мы должны с вами провести? Обратите, пожалуйста, внимание, уважаемые коллеги, это очень важно. При осмотре
если вы диагностировали синдром вялого ребенка, вы, пожалуйста, посмотрите глюкозу крови, обследуйте у этого ребенка обязательно аммиак, посмотрите равновесие кислоты оснований, лактат, электролиты, креатинкиназу, а в моче кетоны, органические кислоты, олигосахариды. В плазме очень важно посмотреть количественные показатели аминокислот, а в сыворотке карнитин в виде свободных или связанных компонентов. И назначить, рекомендовать обследование сухих пятен крови на ацилкарнитины и активность биотинидазы. При проведении дифференциальной диагностики между метаболическими нарушениями и тяжелыми соматическими патологиями очень важно, на наш взгляд, внедрять систематизацию клинических проявлений анамнестических данных. И с этой целью в рамках нашей программы для ускорения обследования и сбора необходимых данных мы создали чек-лист, который помогает врачам на практике сориентироваться, в каком направлении двигаться. Вот так выглядит чек-лист направления на уточняющую лабораторную диагностику метаболических нарушений. И в случае получения положительных тестов при расширенном неонатальном скрининге этот чек-лист помогает сориентироваться и сделать выводы по полученным результатам обследования. Ожидаемый эффект от нашей программы, от внедрения расширенного неонатального скрининга, безусловно, это снижение показателей детской общей инвалидности, снижение показателей детской смертности, а также экономические выгоды, снижение бюджетных расходов на содержание и лечение инвалидов. Хотелось бы закончить наше выступление фразой: «Стоимость бездействия сегодня – это трагическая потеря человеческого и экономического потенциала Украины, который мы не можем и не должны себе позволить». И у каждого в приоритете всех государств, которые думают о людях, это есть здоровье ребенка и здоровье нации. Благодарю вас за внимание. С удовольствием ответим на все ваши вопросы. И хочется пожелать вам успехов и здоровых детей. До свидания. Ольга Владимировна, я думаю, что я выражу благодарность не только от себя, наших коллег, а вообще от всей общественности детских неврологов, педиатров, неонатологов за такой замечательнейший доклад, который может быть подспорьем для наших коллег. Он будет на YouTube, так что я думаю, что наши коллеги будут к нему обращаться не один раз, потому что четко, конкретно, что и как нужно делать. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое за приглашение. Мы с удовольствием примем участие в других вебинарах, если вы нас пригласите. Спасибо большое. Мы же вместе. Да, мы команда. Уважаемые коллеги, я хотела, чтобы вы все-таки задавали вопросы. Задавайте, потом в конце все будем отвечать на них. Еще раз спасибо, Ольга Владимировна. Да, сейчас будет Дамиан, да? Да. Сейчас мы приглашаем нашего зарубежного коллегу Дамиана Осредкара с Любляны, университетской больницы, зав. Отделением детской неврологии, профессор кафедры педиатрии. Я думаю, что это будет очень интересно для нас, ну, мне так кажется, потому что мы таких лекций подобного типа, и, в общем-то, в практике мы этим никогда не занимались. Здравствуйте. Я бы хотел поприветствовать всех вас и поблагодарить за то, что меня пригласили. Меня зовут Дамьян Осредкар, я из университета и детской клиники в Любляне, в Словении. Я бы хотела рассказать вам про лечение детей с спинальной мышечной атрофией и как мы увидели возможность, которая появилась перед нами, и как начать лечить этих детей по-другому. И я скажу вам информацию про реорганизацию нашего отделения, про реестр, который мы установили, и также про наш опыт
применением Нусинерсена и про скрининг новорожденных, который мы попытались внедрить в Словении. Словения — это очень маленькая страна, 2 миллиона людей, но иногда, когда мы живем в маленькой стране, это и плюс, как в нашем случае, потому что мы видим всех детей с спинальной мышечной атрофией и другими нейромышечными заболеваниями в нашей клинике. У нас приблизительно 200 койко-мест, 13 отделений приблизительно. И также у нас есть отделение реанимации для самых больных детей, которых мы лечим. Итак, несколько лет тому назад мы осознали, что нейромышечные заболевания очень опустошают, и их сложно лечить, они неизлечимы. И у нас есть новые варианты лечения, которые существенно изменят течение заболевания. И это касалось спинальной мышечной атрофии, для миодистрофии Дюшена и других заболеваний. Мы осознали, что у нас есть третичный центр в стране, как я уже говорил, и с этим мы должны все делать, чтобы по максимуму это использовать. И мы решили консолидировать все услуги, которые мы предоставляем нашим пациентам, и мы это сделали с целью улучшить результат этих пациентов. Мы собрали команду из профессионалов, не только педиатров и неврологов, но также пульмонологов и эндокринолог, кардиолог, физиотерапевт и много других специалистов с разных сфер. Поэтому мы идентифицировали всех членов команды, и также мы стали частью европейского референтной системы, референтной системы сети, которая помогла нам наилучшим образом предоставлять уход за этими пациентами. Первое, что мы сделали, как только установили команду разных специалистов, мы консолидировали уход за этими пациентами. Ранее всех пациентов лечили в разных странах, в разных частях страны разными специалистами, и не все пациенты получали оптимальный уход. Некоторые получали все, что нужно для лечения. Извините, это вертолет приземляется за окном, поэтому я закрою окно. Итак, сейчас мы приняли решение, что мы пригласили всех пациентов в нашу клинику на 2 дня, и все специалисты смогут проверить пациента и смогут сделать все необходимые осмотры и все. Например, мы госпитализировали пациента ночью и сделали анализы, и физиотерапевт уже днем может проверить ребенка, и все другие специалисты также могут делать все процедуры с пациентом, особенно если у пациента есть определенные проблемы, то доктора работают, и спустя 2 дня мы выписываем пациента и решаем, что делать с ним в будущем и как его лечить, и насколько хорошо идет лечение, если его лечат уже, и так далее. Мы осознаем, что это действительно все изменило касательно нашего подхода к пациенту. У нас также есть клинический координатор, это медсестра, которая посвятила себя уходу за этими пациентами, и у нее есть личный контакт со всеми пациентами. Она звонит им перед тем, как пациентов госпитализируют в наше отделение, и она также организовывает все эти осмотры для пациентов. И это действительно, мы увидели, что это существенное улучшение того, как мы лечим нашего подхода к детям. Я бы хотела сказать немного про спинальную мышечную атрофию. Я смотрела на предыдущие слайды, скорее всего, вы уже про это знаете в вашей профессиональной работе. Это автосомно-рецессивное нейромышечное заболевание. Основная моногенетическая причина заболеваний ребенка и смертности. Пока что это неизлечимо, но его можно лечить. Особенно если мы начинаем лечить досимптоматических детей медикаментами, вы можете дать им нормальную жизнь без заболевания, без проявления заболевания в любом периоде жизни. Поэтому это существенное улучшение жизни этих пациентов. Это заболевание характеризуется деградацией моторнейронов в
переднем роге спинного мозга, и из-за этого есть несколько симптомов, которые могут быть у этих пациентов. Гипотония, которая приводит к тому, что рано или поздно пациент становится инвалидом, с инвалидностью, и не может ходить или даже сидеть. Поэтому они действительно прикованы к кровати из-за проблем с моторикой. У большинства пациентов также будут проблемы с дыханием из-за сколиоза и слабых мышц, которые отвечают за дыхание, и это все приводит к ранней смерти, особенно с SMA1 или 0. И сейчас я бы хотела показать вам пациента до лечения. Это девочка. Ей 6 месяцев на этом видео. И как вы увидите, у нее есть вы видите здесь, она очень четко смотрит, потому что когнитивно эти пациенты действительно здоровы, и она понимает то, что мы делаем с ней, она следит за этим, но нет спонтанных движений ее конечностей, потому что она не может даже их поднять с кровати. И то, что вы также можете увидеть в этом видео, у нее характерное дыхание, где ее грудная клетка ослабляется из-за слабости респираторных мышц. И из-за этого, из-за этой механики дыхания у нее такой колокольной формы грудная клетка, которая также является симптоматикой заболевания. И как вы видите, поскольку у нее проблемы с питанием, ее нужно кормить через назогастральную, через зонд. И, к сожалению, у нас в это время не было вариантов лечения этого ребенка, поэтому ребенок умер в возрасте 9 месяцев, как только ее состояние ухудшилось. Причина, по которой я вам показываю это видео, потому что в конце я покажу вам еще одно видео, которое пациента, которому больше повезло из-за новых вариантов лечения, и вы увидите, насколько существенная разница. В 2017 мы начали лечить наших первых пациентов нусинерсеном. Это антидесенсибилизирующий нуклеотид, который нужно вводить интратекально, и он меняет природный курс SMA и производит нормальное количество SMA-протеина, белка выживания мотонейронов, и удерживает нейроны живыми, и предлагает действительно нейронам шанс выжить, и это меняет природный курс заболевания. Как я уже говорил, вы должны вводить этот медикамент интратекально. И то, что нужно сказать родителям, это возможные побочные эффекты. Мы не видели в нашем опыте каких-то больших побочных эффектов, но действительно нужно предупредить родителей про некоторые возможные побочные эффекты. Вам нужно действительно перед тем, как вы начнете любое лечение пациентов с спинальной мышечной атрофией, вы должны устанавливать более реалистичные цели. Все, что заболевание уже забрало у пациента, в полной степени невозможно восстановить даже после лечения. Поэтому родители должны знать, что для нас успешное лечение – это то, что заболевание перестает прогрессировать, и что пациент не будет больше внезапно не будет требовать ИВЛ, если пациент был очень сильной степени заболевания. Поэтому очень важно устанавливать реалистичные цели, которые будут совпадать с профессиональными руководствами, которые у нас есть для лечения таких пациентов. Поэтому так как эти пациенты могут иметь очень сильно выраженный сколиоз, то, что мы сделали, это мы составили атлас, где мы вкладывали истории всех пациентов, и на самом деле мы нарисовали на фото, где точка ввода иглы, и чтобы следующее введение было уже легче. Потому что, как вы можете представить, некоторые пациенты, им уже нужна была операция,
при сколиозе, и металлические штыри были введены, и это усложняло процесс введения иглы, и в самых наихудших случаях мы должны были делать введение таким образом под действительно странным углом, пока пациент был на руках у медсестры. И как только мы нашли правильный способ введения, то следующее введение иглы было уже намного проще. У первых пациентов или у более сложных пациентов мы даже сделали определенные проколы на хирургическом, в операционном зале под общей анестезией, потому что некоторые пациенты были очень сложными или они были очень сильно испуганными и боялись процесса. Поэтому таким образом мы можем адаптироваться под потребности пациента, и вот такой индивидуальный подход к пациенту, к его потребностям стал возможным только после того, как мы полностью переорганизовали предоставление услуг нашим пациентам. Здесь я коротко хотел сказать вам о результатах лечения медикаментом нусинерсен. Это исследование, которое мы недавно опубликовали вместе с нашими коллегами из Чехии. У нас была группа из 61 пациента, и им всем давали нусинерсен, и их оценивали, осматривали до лечения, потом спустя 6 месяцев и спустя 14 месяцев лечения нусинерсеном. И то, что мы описали в этой научной работе, что у всех пациентов не было серьезных побочных эффектов, не было инфекций, кровотечений или других осложнений. И самое важное, осложнение, которое было связано с головной болью после прокола, это самое сложное осложнение было цереброспинное вытекание жидкости, что мы смогли остановить после того, как голова была удержана у пациента в нужном положении. Здесь мы классифицировали пациентов на 3 группы по виду SMA, который у них был, SMA типа 1, 2 и 3 типа. И то, что мы были бы рады, я имею в виду, что эти колонки показывают процент пациентов, которые... То, что они смогли достигнуть в разное время. Здесь вы видите процент от 100%, что можно достичь теоретически на моторных, по шкале моторики. Если бы все эти графики были одинакового размера и не выше или ниже, вы видите здесь... Первая колонка была намного выше. Это значит, что пациент смог показать лучший результат по шкале моторики, и это хороший результат лечения. И еще лучше, мы видим это здесь, на картинке, это показывает, что пациент может делать спустя 14 месяцев лечения. И первый статус пациента или первое состояние и последующие. Здесь мы видим позитивное значение, что это позитивный результат по шкале моторики, и минус – это негативный. 8 из 60 пациентов имеют негативную реакцию, и у нас было хорошее объяснение, почему у этих пациентов ухудшилось состояние через 14 месяцев. У некоторых некоторые набрали очень... больше вес, и они могли просто есть проще, и таким образом это было влияние семьи, и так как у них было больше вес, то они не могли больше поддерживать свой вес настолько, как ранее. И третья группа пациентов они были в том возрасте, где физиотерапевт не особо следил за их результатом, и они не смогли получить высокий результат. И большинство пациентов были или стабильны, или они даже набрали несколько, улучшили свой результат по шкале моторики. И чем раньше мы начинаем лечение пациентов, самых маленьких пациентов, тем больше результат будет у этих пациентов. Наиболее впечатляющий результат у 2-месячного мальчика, который в возрасте 2 месяцев начал принимать нусинерсен, и он приобрел
70% по этой шкале, и этот мальчик может уже самостоятельно сидеть и даже очень небольшое время может сам удерживать свой вес. И здесь наша первая пациентка, которой мы предоставляли лечение, у нее было то же самое состояние, как и первый ребенок, которого я показал на видео, первый тип SMA, и здесь она может уже сидеть самостоятельно в возрасте 3 лет, она может поднимать чашечку и пить самостоятельно, и даже играть игрушками. И это в возрасте 5 лет мы на самом деле могли ее поставить без помощи, просто вот с поддержкой таких устройств. Я покажу вам видео, здесь она может даже немного танцевать в таком вот вокере, и она очень счастлива, и она... Очень веселый ребенок, умный ребенок, и мы очень рады, когда она приходит к нам за следующим сеансом лечения. Итак, с момента первого лечения нусинерсеном у нас также был вариант начать лечить детей, особенно тех, у которых тяжелое состояние и состояние их позвоночником, начать их лечить ризделамом. Это также новый медикамент, который можно принимать орально. И у нас сейчас 6 детей, которые на риздипламе, и они очень довольны. Мы не наблюдали, что у них есть какое-то ухудшение по сравнению с тем, что было раньше, когда их лечили нусинерсеном. Один ребенок должен был прекратить лечение из-за сильной сыпи, которая связана была с лечением, и мы не могли прекратить никаким образом эту сыпь, поэтому мы перевели ребенка назад на нусинерсен. И также у нас есть один ребенок, которого лечили генозаместительной терапией. И с помощью анасемной ген АБПР во век, и этот, если бы у нас был пациент, который подходил бы для этого медикаментозного лечения, то мы бы это применили. И сейчас есть сбор средств через масс-медиа, и этого ребенка лечат сейчас в Штатах. И чем раньше мы начинаем лечение детей, тем лучше это для результата лечения. И также сейчас есть больше данных, которые показывают, что если вы начинаете лечить досимптомных пациентов этими медикаментами, то эти дети смогут на самом деле развивать абсолютно нормальные, или, по крайней мере, их заболевание будет намного меньшей степени, нежели если бы мы ждали, пока первые симптомы заболевания проявятся. Поэтому мы начали процесс установки скрининга новорожденных. Это генетический скрининг. И то, что мы планировали, это получить образец крови и в течение 48-72 часов после рождения. Потом QCPR. Если у нас мы определим 1 или 2 результата, то это негативный результат. Если нет никаких копий, то это позитивный скрининг результат. И мы думаем, что мы, скорее всего, обнаруживаем таким образом 2-3 пациента в год, и потом мы подтверждаем этот диагноз NLPA, делаем дополнительные анализы. Но если вы находите только одну копию SMA, то мы считаем, что этот ребенок носитель, и мы не будем дальше очень тщательно следить за этим ребенком. И вот такой скрининг новорожденных, он тогда, если мы садились за всеми детьми, он бы был более дорогим, и один ребенок за 10 лет скрининга, и если мы не будем следить за носителями, и если вы будете все учитывать, финансовые аспекты, насколько просто это все осуществить клиническому центру, насколько просто осуществить этот скрининг, нужно все учитывать. И мы отправили опросник по всему миру, и мы спросили мы больше, чем 160 специалистов спросили, но 67 из них ответили по поводу вариантов лечения в их странах, и есть ли у них уже
скрининг новорожденных, такие программы. И мы обнаружили, что очень много стран уже имеют, по крайней мере, один медикамент. Очень много стран в Европе. Есть 3 медикамента, которые используются для лечения, и это понятно, что в более бедных странах нет доступного лечения, и SMA или скрининг SMA, белка выживания мотонейронов, это не самый большой приоритет в этих странах, хотя некоторые более бедные страны, они имеют как минимум, некоторые из них, один медикамент, и они смотрят на варианты установления скрининга новорожденных. И здесь вы на картинке видите карту мира и страны, которые организованы немного по-другому. Есть всего одна страна в мире, которая сейчас имеет скрининг новорожденных относительно для всех новорожденных. Это Тайвань. И 8 других стран в мире сейчас, которые действительно имеют, по крайней мере, один вариант лечения, но они также проводят скрининг части населения на SMA. Есть много штатов в США, и есть несколько пилотных проектов в России, в Австралии, но эта карта действительно меняется еженедельно, и Германия начинает свой скрининг новорожденных, например, и это то, что существенно изменится. И в Словении мы также планируем установить скрининг новорожденных для всего населения. Поэтому, чтобы подытожить, медицина развивается невероятно с быстрым темпом, и мы видим изменения по поводу лечения заболеваний, таких как SMA или спинальная мышечная атрофия, и смертельные заболевания можно уже лечить, и это дает надежду для пациентов, которая меняет жизнь пациента. И это действительно делает счастливыми всех пациентов, родителей, докторов. И то, что мы действительно видим, это когда мы начинаем раннее лечение, мы можем действительно спасти качество жизни пациента. И это также финансово осуществимо, как некоторые случаи показывают. Нужно действительно начинать лечение как много раньше, лечение пациентов еще до симптомов, и тогда эти пациенты не будут иметь проблемы с спинальной мышечной атрофией, и они могут иметь семью, они смогут работать, и они смогут быть полноценными членами общества и делать такой же вклад, как и все мы. Поэтому мы увидели, что лечение нусинерсеном приводит к стабилизации или даже к улучшению клинической картины пациента. И этот результат очень важен, потому что сейчас у нас есть больше вариантов лечения, и это становится более сложным решить, какой вариант поможет пациенту больше всего. Поэтому мы ищем новые биомаркеры, которые смогут помочь нам принимать такие решения. Еще больше исследований требуется для принятия таких решений, и мы прилагаем все усилия, мы рассматриваем гены, генный ответ, РНК-реакцию и другие варианты, чтобы получить лучший результат от лечения, чтобы помочь принять решение относительно пациентов, которых нужно отбирать для лечения. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, я буду рада ответить на них сейчас. Мы слышим друг друга? Меня слышно? Да. Огромное спасибо, Дамиана. Thank you so much. Я думаю, что все наши детские неврологи с вниманием и большим удовольствием слушали докладчика, и что важно, что это практическая работа такая из первых уст.
Значит, мне очень понравилось то, что вот всех собрали детей на 2 дня, всех специалистов собрали на 2 дня, и все это комплексом вместе все делали. Да, вот из группы 61 человек, это Словения и Чехия. Интересно, все-таки какой возраст был больных, самые маленькие, самые большие, и кто спонсировал это лечение, во-вторых, и в-третьих, какова стоимость лечения одного ребенка на 1 год? Спасибо. Child per one care procedure. Итак, Словения. Итак, в Словении нам очень повезло, потому что страховая компания, она финансирует то, что мы говорим им, и у нас нет никаких проблем финансирования первых пациентов. На самом деле мы даже начали лечить первых пациентов до того, как Нусинерсон стал доступным в Европе. Мы получили медикамент для 5 пациентов через программу Compassionate Use. Это значит, что мы получили медикамент бесплатно, и как только медикамент появился в Европе, пациенты в Словении также смогли его использовать, и после переговоров с страховыми компаниями мы договорились, что можно лечить всех пациентов, даже тех, которые на постоянном искусственной поддержке легких. И самый молодой пациент – это 6 недель возраста, и все пациенты, которые были в этой группе, это подростки, и самому старшему было 19 лет, и относительно стоимости лечения, это то, что постоянно меняется, и стоимость отличается с стоимостью в первый год, потому что в первый год нужно 7 раз вводить медикамент, а в последующие только 3 раза в год, но ну, плюс-минус 400 тысяч евро на пациента в первый год и потом в 2 раза меньше в последующие годы. Я плюс-минус говорю цены, потому что я их точно не знаю, но это приблизительная цена медикамента в Словении. И новыми вариантами лечения, которые есть доступны, я думаю, что цена немного снизится. И это еще одна причина, по которой мы очень рады, что эти медикаменты появляются в будущем. Спасибо огромное. Спасибо. Thank you so much. Да, спасибо. Следующее. Пожалуйста. Спасибо огромное вам. Следующий наш докладчик. Илона Борисовна Кармонская. Илона Борисовна, вы готовы? Я тоже думаю, что это будет очень интересное сообщение, потому что это собственные данные, уже которые ребенок с нашей страны, но, к большому сожалению, лечит в другой стране. Вот нужно, чтобы наши властные мужи посмотрели, послушали, когда на себя берет обеспечение государства. И как все-таки этим детям можно помочь, если своевременно начать лечение. Я думаю, что вот такой вот наш вебинар, мы обязательно как бы резолюцию должны передать Минздрав. И я думаю, что некоторым властелинам нашим должно быть стыдно за то, что в такой стране, Словении, где всего лишь 2 миллиона жителей, как я поняла, да? Может, я географию плохо знаю, но так сказал Ред, как 2 миллиона жителей, понимаете? А ведь подоходные налоги от нас, от наших миллионов 35 или 40 на сегодняшний день жителей Украины, куда они уходят? А ведь они должны же идти на здравоохранение, и должна эта отдача быть на детей, которые страдают такими заболеваниями, и когда действительно есть препараты, с помощью которых мы можем или продлить жизнь ребенка, или улучшить качество жизни, или вообще, если рано начинать лечить, так ребенок может быть практически здоров. Илона Борисовна, с удовольствием все слушаем ваше выступление. Вам сколько? 20-30 минут нужно?
Я постараюсь быстро, потому что это клинический случай. Можете не торопиться. Я бы хотела, чтобы мы побольше увидели видео девочки на сегодняшний день. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня доклад должна была представлять вашему вниманию наша доктор, которая занимается наследственными нервно-мышечными заболеваниями у нас в области, Гатаванюк Елена Александровна. Ну, в связи с болезнью я уже буду представлять этот клинический случай, тем более, что этот ребенок как бы с самого начала наблюдался мной в то время, когда был здесь, в Украине. Значит, вашему вниманию хочу представить случай заболевания спинальной мышечной атрофии первого типа девочки, которая родилась 31 января 2017 года. Девочка была рождена от третьей беременности у мамы. В семье есть еще двое детей, здоровых детей, мальчик и девочка. Со слов мамы, беременность у нее протекала без каких-либо осложнений. Роды были в срок, в 39 недель, абсолютно физиологичные, нормальные роды. Масса ребенка при рождении 4 килограмма 300 грамм. Длина 56 сантиметров. Со слов родителей, наследственность в семье не была отягощена никакими наследственными заболеваниями, и никаких профессиональных и экологических вредностей у матери, которые могли повлиять на ход беременности, они не отмечали. После рождения состояние ребенка не вызвало никаких как бы замечаний со стороны неонатологов, и ребенок был выписан на 5-е сутки из роддома под наблюдением педиатра по месту жительства. Мама говорила, что в первые месяцы жизни состояние ребенка не вызывало у нее никаких замечаний и волнений. Девочка хорошо кушала и очень быстро набирала вес. Малоподвижность ребенка мама связывала с тем, что она очень быстро набрала, то есть за первый месяц она набрала 200 грамм, за второй месяц килограмм, она была достаточно такая тяжеленькая, и мама связывала вот ее такую малоподвижность с большим весом ребенка. Но на третьем месяце жизни ребенка родители стали замечать, что девочка слабо плачет, какой-то слабый крик, начала вяло сосать, стала еще более малоподвижной. Родители самостоятельно обратились к... Сейчас, одну секунду, я включаю фотографии, да, у нас. Родители самостоятельно обратились к неврологу. Вот. И при осмотре детским неврологом в 3 месяца была отмечена мышечная гипотония, больше выраженная в проксимальных отделах, отсутствие сухожильных рефлексов, задержка статокинетического развития, обращала на себя внимание уплощение грудной клетки у ребенка вследствие слабости межреберных мышц, слабый крик у ребенка. Также мама обратила внимание на то, что трудности, которые возникли у нее при кормлении девочки, нарастали с каждым днем. С подозрением на СМА первого типа ребенок был госпитализирован в неврологическое отделение детской городской клинической больницы, где ему были назначены для дополнительной диагностики и проведения диагноза дополнительное обследование. Была проведена электронейромиография, эхокардиография, биохимические анализы, был, была проверен уровень КФК,
Вот, и ребенок был консультирован генетиком с последующей генетической экспертизой. В результате обследований выявлено было незначительное повышение уровня КФК. На электронейромиографии признаки дегенерации периферических мотонейронов, ритм чистокола, а генетический анализ выявил мутацию в гене SMN1, полное отсутствие 7-го экзона. Родителям, как бы врачи, неврологи, диагноз девочки рассказали, вот, но родители не хотели в это верить. И забрав ребенка домой по месту жительства, они как бы не хотели мириться с этим диагнозом. Состояние ребенка постепенно ухудшалось, нарастала мышечная слабость, слабость дыхательной мускулатуры, усиливались трудности при глотании, появились перебои уже в сердечной деятельности. И в возрасте 8 месяцев ребенок ургентно поступил в реанимационное отделение областной клинической больницы, где уже жизнь ребенка поддерживалась при помощи аппарата искусственной вентиляции легких, и начали проводить зондовое кормление. Уже кормление проводилось с помощью зонда. Во время пребывания в областной больнице родители узнали о том, что существует такой препарат спинраза, и что в Европе, в Италии есть клиника, где есть экспериментальная такая программа по терапии детей со СМА1 препаратом спинраза. И взяв на себя ответственность за здоровье и жизнь ребенка своего, они в срочном порядке выехали в Италию, сняв, кстати, девочку с аппарата, они в дорогу выдвинулись вообще без аппаратного дыхания. Привезли девочку в Италию в тяжелом состоянии. Первые трое суток, по словам мамы, дыхание ребенку поддерживали с помощью мешка амбу. То есть она говорит, что до 300 прокачиваний медики делали в течение первых трех суток девочки ежедневно для того, чтобы поддержать ее, скажем, дыхание. Вот. И три дня ребенка стабилизировали и начали уже подготавливать в этой клинике к эндолюмбальному введению препарата спинраза. Значит, первое введение препарата после приезда в Италию девочке было проведено через две недели после приезда в Италию. На тот момент ей уже исполнилось 9 месяцев. И согласно плану лечения, введение препарата повторили через 2 недели, потом через 28 дней, далее через 63 дня с последующим введением препарата каждые 4 месяца. И даже несмотря на это, к году и 2 месяцам девочка находилась уже на аппаратном дыхании. В год и 4 месяца после тяжело перенесенной острой респираторной вирусной инфекции девочке уже были проведены оперативные вмешательства, была сделана трахеостомия и гастростомия. И родители и медики продолжали борьбу за жизнь ребенка. Я хочу вам сейчас продемонстрировать фото. Это фотографии девочки. Значит, девочки на сегодняшний день 4 года и 2 месяца. Вот она такая у нас красотка. Вот, она на сегодня кушает и дышит самостоятельно, она говорит, она поет. Мы сейчас увидим видео, где она поет. Ездит на своем инвалидном кресле. Она в Италии посещает садик по 3 часа в день, правда, недолго, 3 часа в день.
Жизнерадостная, такая активная. Конечно, проводится терапия не только терапия с медикаментозная, то есть препаратом спинраза. Проводится терапия еще с использованием реабилитационных методов, то есть это комплексное лечение. Что входит в это лечение? Входит физиотерапия, по словам мамы, входит гидрокинезиотерапия, ипотерапия, вы видели на фотографии ипотерапии, и педагогическая реабилитация. Сейчас я попробую включить видео, чтобы что-то не могу включить. Сейчас. Да. Значит, что сказали, мы связывались с родителями, о чем они нам сказали, что на июль 2021 года вот наша девочка, да, слева, да, наша Сашенька, вот, на июль 2021 года ребенку запланировано провести оперативное вмешательство с целью от коррекции сколиотических изменений позвоночника, потому что вследствие того, что мышечная гипотония нарастала, сейчас у девочки выраженный сколиоз, и вследствие этого сколиоза возникли деформации легких, которые нарушают, скажем, функцию, дыхательную функцию. И после того, как сколиоз будет как бы откоррегирован, то девочки планируют снять трахеостому, и на декабрь месяц 2021 года ребенку запланировано введение препарата экспериментального Золгенсма. То есть родители сказали, что все дети, которые находились на этом экспериментальном проекте по спинразе, теперь им будет абсолютно бесплатно в этой клинике лечение продолжено при помощи препарата Золгенсма. Препарат очень дорогой, стоимость препарата 2 125 тысяч долларов за дозу. И проводится это лечение детям, которые находятся в Италии в этой клинике, абсолютно бесплатно. Вот. Но такое условие, что ребенок должен самостоятельно к этому времени дышать. Поэтому родители сейчас готовятся к операции по поводу коррекции сколиоза у девочки. Ну вот она такая активная. Сейчас буду дальше показывать видео. Я хочу, чтобы все посмотрели, потому что это ребенок, который, ну, действительно был на глазах, и мы все очень переживали, когда они поехали в Италию, и мы просто молились за то, чтобы ребенок доехал. И родители, конечно, очень мужественные. Мама всегда верила в ребенка, и я считаю, что это очень большая заслуга вообще всех людей, которые помогали, и родителей, которые выдержали, и которые каждый день занимаются с ребенком. И, конечно же, брата и сестры, которые помогали своим родителям с Сашенькой нашей, уже так говорю, как зовут, потому что уже как родные. Вот занятия. Слышно, да, там? Latte.
Браво. Да, молодец, хорошо. Так. Я хочу продолжить, потому что тут, вот чтобы еще раз показать фотографии, да, какая сейчас наша Сашенька, да. Родители надеются, что после операции, ну, она активная, она сохранная, она занимается, она хочет жить, она растет, да, и очень большие надежды на то, что препарат им поможет как бы в дальнейшей адаптации и сохранении жизни ребенка и улучшении качества этой жизни. Ну, родители очень счастливы, хотя вот они говорят, что очень много детей из Украины, и тоже есть хорошие результаты на лечении, ну, пероральным препаратом, конечно. Ну, продолжают этот бой за жизнь. Конечно, это большое счастье сохранить жизнь ребенку. Вот. И для родителей, и для нас, медиков. Вот. Всем спасибо за внимание. Я надеюсь, что вот такой пример, он нам всем покажет, что, наверное, стоит бороться за жизнь этих детей и давать им шанс в этой жизни. Илона Борисовна, огромное спасибо вам. Мы увидели, какая динамика у нашего ребенка, у украинского ребенка. И я говорю, что сердце обливается кровью, когда мы узнаем о том, что нашего ребенка лечит Виталий и достигаем такого результата. Я думаю, что вот мне тут пришел вопрос, что доступный ли Носинерсен в Украине для батьков? Но как вы думаете, 500 000 может этот препарат зарегистрирован, залицензирован, но может ли какая-нибудь семья заняться лечением ребенка самостоятельно? 500 000 долларов каждый год, а это, в общем-то, лечение на долгие годы. Вот. И я думаю, что общими усилиями мы должны выходить на наших властелинов, как я говорю, на Министерство здравоохранения, и чтобы это была, безусловно, государственная программа, только государственная программа. И вот этот ребенок, какое счастье для родителей. Я думаю, что, может быть, кто-то посмотрит, и у него появится какое-то другое мнение. Но я считаю, что когда ребенок живет, когда его качество жизни улучшается,
Это большое счастье для родителей и для самого ребенка, потому что эти дети чаще всего – это дети с нормальным, хорошим интеллектом. И мы будем надеяться, что один, второй или третий препарат, но все-таки поможет этому ребенку. Как будто бы препараты, которые, вот, о которых мы сегодня говорим только о спинразе, но есть и другие препараты. Я не думаю, что это будет конфликтом интересов. Я думаю, что мы будем бороться за все препараты. Вот, и все-таки, чтобы один, другой или третий помог нашему ребенку. Но то, что вы видели, вот доклад или лекцию Дамиана Среткара, вот он оставил у меня такой глубокий след, потому что 61 ребенок, две такие маленькие страны, и как они борются за жизнь своих пациентов. Поэтому я думаю, что вот мне бы хотелось, чтобы было побольше ваших отзывов, потому что мы их можем привести, вот когда будем писать резолюцию в Минздрав, когда будем писать резолюцию в Верховный Совет, мне бы хотелось, чтобы и звучали там ваши, озвучены были ваши фамилии, ваши мысли, и что мы должны делать для наших детей, чтобы было меньше горя, меньше слез. Илона Борисовна, огромное вам спасибо, говорит вся Украина. Спасибо. Следующий. Вы вопросы, пожалуйста, пишите, задавайте, мы на них будем отвечать. И следующий докладчик – это сотрудник нашей клиники. Вы его неоднократно слышали, выступление видели. Наш старший научный сотрудник, кандидат наук Александр Александрович Мирошников. Вот, вялый ребенок, но это уже несколько с другой позиции, потому что мы же вначале не знаем, какая будет патология. Правильно? А вот часто это бывает нейрометаболические, как говорила профессор Воробьева, это бывают гипотонии вследствие нарушения обмена веществ. И, безусловно, это митохондриальные энцефалопатии, первичным симптомом проявления которых это гипотония бывает. Шановні колеги, всім доброго вечора, дякую всім, хто приймає участь в нашому вебінарі. І сьогодні поговоримо про мітохондріальні енцефаломіопатії у дітей, дещо згадаємо про загальні уявлення про цю проблему, і також обговоримо клінічний випадок дитини, яку ми спостерігали в клініці. Нагадаю вам, що мітохондрії – це органели, які містяться в кожній клітині нашого організму, і вони є унікальними і відрізняються від усіх інших органел, тому що це єдина органела, яка містить в свій власний геном, свій власний комплекс ДНК у вигляді кільцевидної молекули. І тому певна частина патології, яка може бути пов'язана з ураженням цих органел, вона може бути викликана мутаціями, які відбуваються у власному геномі ДНК, тобто мітохондріальній ДНК. Але також є деяка когорта генів, які містяться у ядрі, однак кодують ферменти, що беруть участь у роботі мітохондрій. І також мутації геномного, ядерного геному можуть викликати мітохондріальні порушення. Функції мітохондрій полягають перш за все у синтезі АТФ, тобто у виробленні енергії, акумуляції енергії і також її накопичення. Внаслідок процесів окисного фосфорилювання, утилізації глюкози і остаточного її ощеплення в процесі клітинного дихання до води і вуглекислого газу. Якщо з якихось причин цей процес порушується, ми маємо накопичення певних маркерів, які можуть побачити при біохімічному аналізі і завдяки цьому діагностувати мітохондріальну недостатність або мітохондріальну дисфункцію. Однак функції мітохондрії не обмежуються лише синтезом енергії. Це також є і регуляція апоптозу, і антиоксидантна функція, і також регуляція росту і розвитку нейронів головного мозку, нервової системи,
і участь у регуляції синаптичної пластичності. Ви можете побачити, що мітохондрії мають складну структуру, дошарову мембрану і також вирости внутрішньої мембрани, які мають назву кристи. І завдяки цим виростам площа внутрішньої поверхні мітохондрії збільшується у багато разів. І на цих виростах внутрішньої мембрани якраз і розташовані ферменти дихального ланцюгу мітохондрій. А широкий спектр мітохондріальних захворювань відомий на сьогодні, однак ми дізналися про нього не так давно, лише наприкінці 80-х років минулого століття, коли були вперше описані такі захворювання, як мітохондріальна міопатія, а також мітохондріальна атрофія зорових нервів Лебера. Це така спадкова форма генетичної сліпоти у дітей. На сьогодні ми вже знаємо набагато більше, і ми говоримо про спектр мітохондріальних захворювань, до яких відносяться не тільки істинні мітохондріальні хвороби, про яких ми згодом поговоримо, але також сьогодні ми знаємо, що дисфункція мітохондрій, вона важлива при багатьох відомих неврологічних захворюваннях, наприклад, це при розсіяному склерозі, при атаксії Фрідрейха, при різних формах інтелектуальної недостатності, навіть при розладах аутистичного спектру. Багато з цих дітей мають підвищені маркери мітохондріальної дисфункції. І особливостями є те, що ті мутації, які пов'язані з мітохондріальним ДНК, вони передаються виключно по жіночій лінії, успадковуються дітками від матерів, тому що вся мітохондріальна ДНК, вона дістається дитині виключно з яйцеклітини. І також для мітохондріальних захворювань характерні такі явища, як гетероплазмія, це поєднання в мітохондрії одночасно і нормального, і мутантного типів ДНК, а також мітотичної сегрегації. Це випадковий розподіл патологічних мітохондрій по клітинам організму. Тобто ми можемо бачити абсолютно різну клініку. Одній дитині патологічні мітохондрії переважно дістаються в м'язову систему, інші – в нервову систему, комусь в ендокринні залози, комусь в печінку. І в залежності від цього клінічна картина захворювання у різних дітей може бути абсолютно гетерогенною. Немає двох схожих дітей з мітохондріальним захворюванням, і тому так важко часто буває встановити діагноз або навіть заподозрити цю патологію. Перш за все, при мітохондріальних захворюваннях страждають ті органи і системи, які використовують і потребують велику кількість енергії. Це енергозалежні тканини. Найперше – це нервова система, також це м'язи і міокард, це нирки, печінка, а також ендокринна система. Тому найчастіше маркерами клінічними мітохондріальної патології є ураження нервової системи у вигляді енцефалопатії, міопатія, кардіопатія, а також ураження печінки. Трошки згадаємо про основні форми мітохондріальних захворювань, але не буду зупинятися на них детально, оскільки більшість з вас відома, обізнана в цих формах. Ви знаєте, що є синдром Лея або Лі, або так звана інфантильна підгостра некротизуюча енцефалопатія, яка може дуже блискавично протікати у дітей. Відомі синдром Мілас, це мітохондріальна енцефалопатія з лактатацидозом, з інсультоподібними епізодами. Також синдром МІРРФ, це міоклонічна епілепсія з розірваними червоними волокнами. Розірвані червоні волокна – це такий характерний симптом мітохондріальної міопатії, який можна визначити за допомогою м'язової біопсії. І тривалий час м'язова біопсія вважалася таким обстеженням, яке дозволяє достатньо з високою вирогідністю підтвердити саме мітохондріальний генез міопатії. І також багато інших нозологій, які я не буду перелічувати, однак ви можете також подивитися наші публікації, які присвячені мітохондріальним захворюванням, і трошки дізнатися більше.
Вже згаданий синдром Лебера або невропатія зорових нервів. І також зверніть увагу на синдром Альперса, оскільки ми трошки пізніше поговоримо про нього більш детально. Це одна з найбільш важких форм мітохондріальних захворювань, які проявляються енцефалопатією, з тяжкими епілептичними нападами, зі статусним перебігом, а також з ураженням печінки і з наявністю міопатії, атрофії зорових нервів, а також можливих інших симптомів. Які ж клінічні прояви мітохондріальних захворювань, які дозволяють нам запідозрити мітохондріальний генез? Як говорять закордонні фахівці, ми можемо і мусимо підозрювати мітохондріальну патологію у всіх випадках, коли певне неврологічне захворювання перебігає атипово або супроводжується ураженням не менше двох або трьох органів чи систем. Наприклад, поєднання епілептичних нападів з ураженням печінки, з міопатичним синдромом, з ураженнями органів чуттів, наприклад, з офтальмоплегією або з ретінопатією, прогресуючою втратою слуха, яку ми не можемо пояснити, наявність супутньої ендокринопатії, ураження печінки або міокарду, і інші прояви. Тобто завжди зважаємо на мітохондріальні захворювання у тих випадках, коли бачимо атиповий перебіг певної неврологічної патології або комбіноване ураження з поєднанням двох-трьох ушкоджених органів чи систем. Які ж методи діагностики ми можемо застосовувати? Звичайно, крім детального збіру анамнезу, вивчення генеалогії, генетичної історії цієї родини, крім загально клінічних і також неврологічних обстежень, дуже характерними маркерами є показники біохімії. Загальновідомі такі, як підвищення рівня молочної кислоти лактату та піровиноградної кислоти у крові, а також у лікварі, хоча ми не завжди можемо виявити, зловити підвищення цих показників, тому що для багатьох мітохондріальних захворювань характерним є те, що лактатацидоз виникає лише при декомпенсації стану. Наприклад, якщо в дитини є певне інфекційне захворювання, лихоманка, голодування, підвищене фізичне навантаження, додатковий стрес, додаткове навантаження на мітохондрії, і лише під час цього може виявлятися лактатацидоз. І також ми дивимося на співвідношення лактату і пірувату. При підвищенні цього співвідношення на більше трьох, тобто за рахунок підвищення лактату, також ми можемо підозрювати мітохондріальну патологію. Крім цього, ми дивимося на маркери ураження інших органів. Це креатин фосфокіназа, як маркер ураження м'язів, печінкові ферменти. І також ми можемо помітити зміни у амінокислотному спектрі дитини. І таким кардинальним дослідженням, яке дозволяє виявити симптом розірваних червоних волокон, є біопсія м'язів. І, звичайно, це генетичне дослідження. Дослідження власного геному мітохондрій, а також певні дослідження на панелі генів, пов'язаних з ядерним ДНК, які можуть викликати мітохондріальні захворювання. І також я хотів би звернути вашу увагу на МР-спектроскопію. Це дослідження нейровізуалізаційне, яке дозволяє нам визначити структуру метаболітного складу центральної нервової системи, і підвищення піку лактату при МР-спектроскопії є достатньо чутливим і достатньо достовірним тестом для діагностики мітохондріальної енцефалопатії. Яку ж корекцію ми можемо застосовувати на сьогодні? Це розроблені схеми метаболічної терапії, наприклад, високі дози аргініну при синдромі МЕЛАС, також це коензін Q10 у біхінол і застосування інших коферментів, мітохондріальних ферментів. Це перш за все вітаміни групи В, фолати та фолієва кислота,
І оскільки дослідження в цьому напрямку вони не стають, не залишаються на місці, з кожним роком розробляються все більш нові, більш сильно діючі антиоксиданти, які дозволяють покращувати стан пацієнтів з мітохондріальним захворюванням. Наприклад, це такий препарат, як ідебінон на БЕН, який є похідним коензимом Q10, а також PQQ, як теж скаферфермент, який бере участь у мітохондріальному обміні. І також серед терапевтичних підходів є застосування кетогенної дієти і обов'язково уникнення застосування тих препаратів, які можуть негативно впливати на мітохондріальну функцію і погіршувати стан дитини. Наприклад, таким класичним прикладом є застосування препаратів вольпроєвої кислоти, які, як відомо, погіршують стан пацієнтів з мітохондріальною хворобою і можуть навіть викликати токсичне ураження печінки з розвитком некротизуючого гепатиту. І давайте трошки обговоримо клінічний випадок дитини, яку ми мали можливість спостерігати в нашій клініці впродовж декілька років, і яка прийшла разом з нами на легкий шлях в процесі діагностики. Це хлопчик був, якого вперше ми в нашій клініці спостерігали з 2 років. Звернулися батьки зі скаргами на, перш за все, порушення годування, нечасті блювоти, дефіцит маси тіла. І хочеться зазначити, що ця дитина спостерігалася на самому початку в педіатричних відділеннях нашого інституту, бо вона була декілька разів консультована нашими фахівцями-неврологами. І вже після консиліуму було вирішено, що все-таки на першому місці тут є неврологічна патологія, а не соматична, і після цього дитина вже спостерігалася у невролога. Як бачите, домінуючими скаргами були гастроінтестинальні, це часті блювання, дефіцит ваги, закрепи, перхування, анорексія. І також звертала на себе увагу виражена затримка статокінетичного і психомовного розвитку. Періодично було чередування епізодів гіпоглікемії і гіперглікемії, і в клініці також було виявлено підвищення лактату. Так, і, звичайно, при огляді звертав на себе синдром дифузної м'язової гіпотенії. Тобто на 2 роки хлопчик ще не міг самостійно ходити, він був достатньо вялим, відмічався знижений м'язовий тонус. З анамнезу було відомо, що перинатальний анамнез був особливо не обтяжений, але з народження відмічався в'ялий смактальний рефлекс, часті зригування, поперхування і також м'язова гіпотенія з перших місяців життя, за рахунок якої дитина відставала в розвитку і самостійно почала сидіти лише в 1 рік, а в 1 рік і 3 місяці почала наставати на ніжки з підтримкою. І також відмічався епізод регресу на фоні декомпенсації стану після перенесеного інтеркурентного вірусного захворювання в 1 рік і 4 місяці. В полі зору дитячих лікарів дитина потрапила після року, коли в неї виявлено було підвищення рівня трансаміназ і встановлено діагноз криптогенний гепатит. Враховуючи, що в дитини відмічався синдром м'язової гіпотонії, неврологи обстежували дитину, проводилася електронейромієграфія, було проведено генетичне обстеження для виключення спінальної м'язової амітрофії, також МРТ головного мозку. І, власне, такого нозологічного діагнозу не було. Залишався робочий діагноз, просто затримка розвитку. Після того, як ми більш детально обстежили дитину в нашому відділенні, повторно було виявлення лактатоцидозу, підвищення рівня трансаміназ, підвищення рівня креатинкінази, епізоди гіпоглікемії, також порушення у шлунково-кишковому тракті. Враховуючи те, що було поєднання неврологічної патології з ураженням шлунково-кишкового тракту, було заподозрено мітохондріальну гастроінтестинальну енцефаломіопатію або синдром МНГІ. Це одна з форм мітохондріальних захворювань,
якраз в клініці якої, крім енцефалопатії, є переважання гастроінтестинальних порушень у вигляді блювання, дефіциту маси тіла, нестійкого стільця та інших проявів. А в 2,5 роки у хлопчика сталося, по суті, порушення, гостре порушення кровообігу, як було клінічно діагностовано. Однак ми розцінили цей стан все-таки як метаболічний, як мітохондріальний інсульт. Це не був інсультоподібний епізод, оскільки не було швидкого відновлення симптоматики, регресу клініки, як при інсультоподібному епізоді. В принципі, це був справжній метаболічний інсульт. Внаслідок цього розвинувся стійкий лівобічний геміпарез, і вперше в житті з'явилася епілепсія у вигляді клінічних нападів кінцівці, у вигляді постійних міоклоній, і на другу добу після інсульту стався епілептичний статус. Після цієї несприятливої події стався регрес розвитку, повна втрата мови, дитина не могла сидіти самостійно, часті епілептичні напади, відбувався підбір терапії в нашій клініці, і хороший ефект ми побачили на комбінації лівіцетаму та фрізіуму, тобто ремісія була стійка, яка трималася десь протягом року. І поступово функції відновлювалися рухові. Однак того рівня фізичної активності, яка була в дитини на 2 роки, після цього інсульту він вже більше ніколи не досяг. Тобто найкращий стан у нього був якраз у 2 роки до того, як це трапилося. Ви бачите ішемічні порушення у правій півкулі, у потиличних відділах. І також ви можете побачити в динаміці через рік вогнища ішемії вже немає, однак є наростання атрофічних змін, переважно у лобноскроневих ділянках. І також, що допомогло нам, це виявлення підвищення рівня лактату на МР-спектроскопії, яку ми провели, ну, по суті, майже відразу після того, як стався цей епізод, що дозволило нам знову-таки підтвердити наше припущення, що це є мітохондріальне захворювання. Ви можете побачити цього хлопчика, який він був до того, як у нього стався цей метаболічний інсульт. 1,5-2 роки він міг стояти з підтримкою, набагато краще був в плані психоемоційного розвитку, були і окремі слова, і прості речення, і гарний емоційний контакт у дитини, і як дитина виглядала вже після того, як він переніс інсульт. Вже за рахунок зниженого тонусу не було можливості стояти самостійно, він сидів лише з підтримкою, відмічався регрес психоемоційного розвитку, він не розмовляв, майже завжди був такий паксивий, дещо депресивний, зі страждальницьким виразом обличчя, дуже заважало йому обмеження рухів у кінцівках з однієї сторони, часті судомні напади. На жаль, ретроспективно хочу вам сказати, що зараз стан дитини цієї дитинки набагато погіршився. Він повторно переніс такий метаболічний інсульт, у нього прогресуючі є порушення зору і слуху. Ну і давайте все-таки обговоримо те, який же остаточний був діагноз і як ми дійшли до цього діагнозу. Обстеження ядерних генів, пов'язаних з мітохондріальними захворюваннями, виявило у цього хлопчика 3 мутації гену PLG у гетерозиготному стані. І незважаючи на те, що це є гетерозиготні мутації, їх поєднання у одному гені, тобто це є компаунд гетерозиготний стан, все-таки викликало у нього це захворювання і дало клініку мітохондріальної енцефаломіопатії і гастроінтестинальних порушень. PLG є геном, який кодує суботиницю мітохондріальної ДНК полімерази, або так звану ДНК полімеразу гамма, і мутації в цьому ядерному гені викликають синдром
деплеції або виснаження мітохондріальної ДНК. Тобто це значне зниження кількості мітохондріальної ДНК і, власне, мітохондрій у багатьох органах та системах. Кількість мітохондрій зменшується їх продукція енергії, і за рахунок цього енергозалежні тканини страждають. Я хочу також зазначити, що мутації в цьому гені, вони можуть викликати не одне певне захворювання, а цілий спектр неврологічних розвинів, найбільш тяжким з яких є синдром Альберса, про який ми вже говорили. Це гепатоенцефалопатія з прогресуючим ураженням сенсорних систем, з прогресуючою кірковою сліпотою та атрофією зорових нервів, з прогресуючою сенсоневральною туговухістю. Однак також є більш м'які форми захворювань, пов'язаних з цим геном. Наприклад, це може бути лише прогресуюча зовнішня офтальмоплегія або сенсорна атаксія. Якщо мутації в цьому гені виникають, дають клініку в дитячому віці, то переважно це тяжкий перебіг захворюванням. І напроти, у більш пізньому віці, у підлітків, у дорослих, зазвичай це більш легкий перебіг. Тому першим таким варіантом у диференціальній діагностиці був синдром Альберса, і другим діагнозом, який ми розглядали, це була мітохондріальна гастроінтестинальна енцефалопатія. Все-таки ми ніяк не могли відкинути ті гастроінтестинальні симптоми, які були у дитини і які не зовсім вкладалися в клініку синдрому Альберса. І після того, як ми провели детальний аналіз літератури, ми виявили те, що мітохондріальна гастроенцефалопатія у деяких випадках – це не класична форма, яка викликається мутаціями гену TIMP, тімідін-фосфорілази. У деяких випадках ця нозологія також може бути пов'язана з мутаціями гену PLLG. Тому десь у 3-5% пацієнтів мутації гену PLLG можуть якраз викликати гастроінтестинальні порушення. І даний синдром називається синдромом деплеції мітохондріальної ДНК тип 4B, клінічно схожий на мітохондріальну гастроінтестинальну енцефаломіопатію. Звичайно, ця дитина постійно отримувала метаболічну терапію, проводився підбір тих додаткових нейрометаболічних препаратів, які могли покращити її стан, постійно проводилася корекція протисудомної терапії. Однак ми все-таки відмічали, що від року в рік даному хлопчику становилося гірше. І тому на закінчення своєї доповіді я все-таки хочу наголосити те, що дуже важливо своєчасно запідозрити мітохондріальну патологію. Знову-таки наголошуючи на те, що це у випадках, коли ми спостерігаємо незвичний перебіг захворювання, поєднання ураження кількох органів і систем, поєднання міопатії з енцефалопатією, наявність у дитини біохімічних маркерів мітохондріальної патології, підвищення рівня лактату піровату, порушення трансаміназ, порушення рівня креатинкінази, відхилення у рівнях амінокислот. І обов'язковим в таких випадках є виключення мітохондріального захворювання. Нами розроблені алгоритми діагностики цих порушень. Ви можете ознайомитися з ними в наших публікаціях, на які гени краще направляти на генетичну діагностику при тій чи іншій клініці. Наприклад, якщо ви маєте міопатію у дитини або прогресуючу зовнішню офтальмоплегію або клініку гастроінтестинальної енцефалопатії, ви можете вже мати уявлення, які потенційно гени можуть бути пов'язані з цим захворюванням. І якщо своєчасно встановити діагноз, можна, звичайно, намагатися покращити якість життя дитини, проводити специфічну терапію і призначати додаткові метаболічні препарати, які можуть значно покращити якість життя і продовжити якісне функціонування цієї дитини. Я думаю, що на цьому
тема вичерпана. Так, запитання. Який аналіз серії квітінкінази, варіант МЛ? Так, дякую за увагу. Я думаю і переконаний, що обидва обов'язково треба визначати і загальну квітінкіназу, і обов'язково треба визначати і МВ-фракцію для того, щоб диференціювати, чи це є від скелетних м'язів підвищення ферменту, чи від міокарду. І обов'язково загальна соматична обстеження – це ехокардіографія, УЗД внутрішніх органів. Це безперечно. А карнітин дітям, який препарат, доза? Значить, при мітохондріальних захворюваннях доза L-карнітину може бути дуже високою, це навіть до 100 мг на кілограм на добу. В принципі, орієнтуватися на переносимість, однак дози мають бути високими. Це мінімум 50 мг на кілограм. Така є типова побічна реакція при застосуванні карнітину, це запах риби, рибний запах від сечі. От, і, в принципі, це може говорити про те, що це є перенасичення L-карнітином, і тому, доки цього запаху немає, ви, в принципі, можете дозування титрувати, а далі вже зменшувати за можливості. По запитанню? Ну, вам всього там нічого не стоїть? Ні. А, там біопсія, м'язові біопсії з гістологічним? Ніде. Ніде ще. Ну, Людмила Григорівна підказує мені, що не проводиться. Ну, в принципі, ми рутинно не застосовуємо і досвіду не маємо застосування біопсії м'язів. Я можу відповідати. Так. Так, давайте я вас поблагодарю. Дякую за увагу. Ще один вопрос. Це коментарі. Хто з нього не задасть, коли спасіба на себе. Это комментарий. Вопрос. Спасибо всем большое за внимание. Если еще будут вопросы, то... Уважаемые коллеги, я бы хотела дополнить вопросом, как бы был к нам, ко всем, по поводу биопсии. Значит, когда-то делали биопсию, на сегодняшний день, я отвечаю это за свои слова, биопсия нигде не выполняется. Раньше делали у нас, была лаборатория патоморфологии, сейчас нет реактивов, и это не делается. Я знаю, что некоторые отправляют биоптат этому ребенку, к большому сожалению, проводят экзекуции, эти вырезают мышцы, но достоверных результатов мы не получаем. А на сегодняшний день есть метод такой МРТ-диагностика мышц. Честно говоря, мы им не пользуемся, но есть вот в Тубинях или кто там был? В какой клинике? Так. Вот Александр Александрович подсказывает мне, что он пользуется. Руководитель клиники не знает, а он мне говорит, что мы пользуемся. Нет. Да. Хорошо. Есть. Вот видите, теперь он говорит, что есть, но мы не пользуемся. Да. И потом мы решим между собой этот вопрос, почему мы не пользуемся, для того, чтобы ответить достоверно на ваш вопрос и правильно. Вот вопрос. Значит, еще следующий вопрос. Раньше были консилиумы. Сейчас практически такого понятия нет. Каждый совершает свою ошибку самостоятельно. Как организовать консилиум, учитывая развитие онлайн возможности? Значит, я считаю, что консилиум должен быть обязательно. Какой бы не знающий, неопытный доктор не был, не научный сотрудник, все равно очень много сложных пациентов, и нужно принимать сложные решения. И у нас в клинике, у нас в институте дважды в неделю официально, а то и каждый день проводятся консилиумы, и все, в общем-то, диагнозы мы ставим сложные на основании всеобщего обсуждения. Что касается онлайн,
консультации. Я не сторонник этого, потому что нужно видеть и щупать, как пальпировать и кожу, и выражение даже глаз и мамы, и ребенка. Но я всегда говорила, что у нас для всех пациентов Украины открыты двери только по согласованию. Мы никому не отказываем, кто направлял, знает, что мы всех детей для решения вопроса заключительного диагноза и лечения, безусловно, соблюдая субординацию в первую очередь. Мамы иногда, они едут так, взяли ребенка, взяли бумаги и приехали. А я считаю, что между коллегами должна быть субординация. Пожалуйста, обращайтесь к своим главным специалистам, не знаю, как сейчас они называются, эксперты или глава ассоциации ОСРЭДКУ, и, пожалуйста, мы даже без направления можем принимать. Но мне бы хотелось, чтобы вы все-таки соблюдали такую субординацию и сначала к своему главному неврологу в регионе, а потом направляли к нам, пожалуйста. И еще какие... А вот еще такой вопрос есть. Про МР-спектроскопии еще мают бачты. Это, очевидно, Александру Александровичу, но я... вы уже ответили, да? Что в каждом случае отдельно, безусловно, в зависимости от патологии. Да. Не знаю, что вы ответили. Ну, дорогие коллеги, уважаемые коллеги, может, кто-то хочет выступить, мы вас обязательно подключим. Мне кажется, что это очень интересная тема, и, наверное, мы на этом не закончим. И вот я думаю, что когда в Украине мы сможем применять спинразу, ну, Сиринсен в частности, вот, благодаря тому, что это пойдет по программе государственной, я думаю, что не так много пройдет времени, и мы можем поделиться собственным опытом применения этого препарата у детей, что мы значительно улучшим качество жизни нашим пациентам и продлим некоторым жизнь с надеждой на то, что наука развивается, фармакология развивается, и в поисках препаратов, чтобы детей-инвалидов было в стране, как не в стране, а в мире меньше, и в частности в нашей стране. Спасибо вам всем большое за внимание. Вот, и я бы очень хотела еще раз поблагодарить наших партнеров, фирму «Ремон», в ее лице Наталью Пряникову, Андрея, как имя, фамилия, Диму, я хотела спросить, как фамилия Диму, чтобы его знала вся... Ступник. Дмитрий Ступник. Без него бы мы вообще не могли проводить эти вебинары. Ну и, безусловно, помощников Натальи, правая и левая рука, которая всегда с нами. Вот хорошие, замечательные, надежные сотрудники. И, конечно, фирму Janssen и ее сотрудников, и с большой надеждой на то, что мы все-таки этот препарат, не только он будет зарегистрирован в Украине, но и взят на обеспечение государственное для лечения наших пациентов. Да. Спасибо большое. Заканчиваем. Если у вас нет больше вопросов. Нет. Да, я вот вижу, Илона Борисовна Харманская написала: Саш, куда ты ушел? Борисе очень толковый специалист, Илона Борисовна, вы имеете в виду спектроскопию, да? Я хочу сказать, что сейчас есть другие центры томографические, которым мы больше, я не буду называть, которым мы доверяем больше, и с которыми нам намного проще работать. Не со всеми центрами нам легко работать, не всем центрам мы доверяем. К большому сожалению, я не могу сейчас на всю Украину об этом говорить, но вы видите наши заключения, видите, где мы проводим эти исследования. И я думаю, что оцените сами. Да.
Заканчиваем. Спасибо большое всем. До следующей встречи в конце апреля. Предполагается, что у нас 28 апреля, да? 28 апреля. Ну вот тема, думаю, очень будет интересна. Мы хотим пригласить зарубежного спикера. Хотим пригласить Станислава Константиновича Евтушенко, так как он очень много посвятил вопросам орфанных заболеваний у детей. Я говорила, что впервые в Светогорске состоялась конференция по редким заболеваниям еще в 2003 году. Да, и еще, если меня слушают наши неврологи, я хочу сказать, что нашего корифея, нашего дорогого Станислава Константиновича 11 апреля будет юбилей. Так что я думаю, что у него будет очень много звонков и поздравлений, и думаю, что детские неврологи в этот день обязательно, многие должны просто его поздравить, потому что это наш учитель с большой буквы. Спасибо. До свидания. Еще один вопрос. Да. Еще один вопрос. Давайте. Илона Борисовна, может ли манифест синдрома Ли быть в неонатальном периоде? Да, Илона Борисовна. Манифест синдрома Ли может быть в неонатальном периоде. Это же врожденная патология, митохондриальная. И не может, а она и есть. Только в этом периоде мы не знаем патогномоничные симптомы для этого заболевания. Очень тяжелое заболевание. У нас в клинике прошли трое детей с этой патологией, и все трое дети уже на сегодняшний день покинули этот свет. Но первичными симптомами была выраженная мышечная слабость. Да. Еще раз спасибо всем. До встречи. До свидания.